Приветствую вас, уважаемые подписчики и зрители моего канала. С вами я, Георгий Славянко, и вы на канале «Сделал сам, поделись с народом». Я хочу с вами поделиться, как я буду восстанавливать вот это зарядное устройство М7. Как оно будет функционировать и будет ли оно функционировать после того, как я ее восстановлю. А проблема в том, что когда вот я подключаю аккумулятор, он отрабатывает, запускается, но, увы, ничего не отсвечивается. Так, видите, ну а там он, в принципе, рабочий, то есть просто нету подсветки. Вот будем разбираться, в чем все-таки проблема и почему ее нету, и можно ли это все восстановить. Я до этого не стал, потому что благодаря Banggood, так как они прислали мне неисправный, мне прислали исправный. Поэтому я проведу обзор по данному исправному, ну а поэтому постараюсь его восстановить. Ну, первый этап — это как его разобрать, потому что в округе нету никаких винтиков, болтиков, чтобы можно было раскрутить. А разбирается он, ну, вот таким способом. Поддеваем аккуратно. Ой, только аккуратно. Аккуратно, а то можно и эту оторвать. Поэтому мы вот здесь поднимаем, кажется, или как она там? А. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А, стоп. Не пойму, не помню. Не то, что не пойму, а не помню, как она снимается. Кажется, надо поднять вверх. Блин, ну ладно. Сейчас, ой. Сейчас разберусь сначала. Обычно, да, вот. Вот так вот, все. Не знаю, что вверх, а то что-то не получается. Так, ну и сейчас попробуем встать и поставить. Может быть, контакт был хреновый. А я тут... Ой, а ну. Угу. Интересно, девки пляшут. Ну, сейчас еще раз. Нет. Сейчас еще раз посмотрим тогда. Да. Проблема все кажется. Ой. Вообще-то эту штуковину даже можно купить. Надо сейчас глянуть. Посмотреть внимательно на предмет. Возможно, поломатая. Так. Сейчас глянем. Так, а ну. Нифига.
Да уж. Ну, засветилось. Как ни странно. Да ёлки-палки. В чём же проблема? И почему ты не работаешь? Да, осветка есть, но нету свечения. Ну и как тут его проверишь? Никак я тут не проверишь. Ну эту штуковину можно заказать на AliExpress. Надо убедиться, что она действительно дохлая, а не проблема с данным устройством. Ну что, шаловливые руки, попробую здесь проверить данные. Ну и что, ремонтировать так ремонтировать. Ну, как снимать, я уже показывал. А то сейчас на камеру все сломаю. Ну, что. Разобрал рабочую. Сейчас посмотрим, в чем проблема. Ставим сюда. Ставим сюда. Все. Проблема в индикаторе. Сейчас берем снова, устанавливаем. Все, работает. Ставим на нерабочую. Самый простой способ определения неисправности. Все. Значит, само зарядное устройство исправно. Надо разбираться с индикатором. Все. Значит, собираю я все вместе назад. Так, проверяю. Все работает. Обратно устанавливаю. Панельку. Да, а чтобы дальше ее разобрать, необходимо вот 4 винтика открутить. Так, ну это сейчас мы ставим на место. Определилось, так что это нормально, а это вот такой. Ну ладно, раз уже разобрал, то говорится, пойдем дальше. Уже дальше посмотрим, как она там внизу устроена.
потрепанная. Так. А, видите, здесь стоит этот, как он называется, колесико. Так, теперь посмотрим устройство самого зарядного устройства. Какое-то получается так. Это мы не вытаскиваем. Все, я открутил. Так, теперь надо же как-то это все вытащить. Вот так вот. Вот так вот. Так. Здесь у нас кулер. Снизу стоит радиатор. Два кондера. Так. А, ну это снимается. Ай-яй. А, или вот так вот. Ну и как ты снимаешься? Не знаю. Ну как-то снимается. Ну вот. Как-то же снимается. Ай. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. А, вот так оно снимается. И это снимается. Это вот S-бас. Ну, подключение для проверки можно здесь было. Но это я отдельно ролик сниму и с вами поделюсь, что тут возможно и как тут возможно, и что тут можно делать с помощью данного устройства. Сначала сам разберусь, а потом с вами поделюсь. Ай-яй-яй. О. Так что пусть пока будет закрыто. Это, наверное, сюда надо что-то крутить и выдернуть. Вот таким макаром. Ну, а здесь, как видите, вот такое устройство. Так, ну что, это мы посмотрели. Теперь обратно подключаем. Не буду я тут вам рассказывать, чего оно состоит. Многим это не интересно. Да и оно... И то, что, что вы узнаете, от этого ничего не изменится. Ну, может быть, конечно, кому-то, кто будет уже ремонтировать его, то другое дело. Снизу стоит микросхема. Так, здесь у нас стоит контроллер. А контроллер, сейчас скажу, какой. STM32F. Ну, конечно, элементы, конденсаторы, сопротивление. Здесь еще стоят несколько микросхем. Ну, основные, я так понял, снизу. Снизу стоит MOSFET. Что тут могут еще стоять? А ну, не буду я отрывать. MOSFET стоят, транзисторы полевые. Больше тут ничего. Управление, наверное, идет контроллеру. Ну, так как-то так. Собираю обратно. Так, надо как-то хитро это все. Вот так. А, о. Вот так вошло. Ну и теперь снова закручиваем. Значит, здесь есть саморезики и есть один винт. Винт закручивается по центру. Ну, вот как-то так.
Так, и что сейчас сделаем? Сейчас я хочу попробовать. Да, мне кажется, здесь просто где-то нету контакта. Ну ладно.